Арина Сидельник в свои 8 о правилах дорожного движения знает больше, чем некоторые взрослые. О безопасности с малых лет девочки говорят не только дома, но и в родной 32-й школе. В летнем лагере у будущих третьеклашек насыщенная программа. Сегодня Арина вместе со своими одноклассниками впервые почувствовала себя инспектором, примерила амуницию. Он очень тяжелый, и когда ты одеваешь шлем, в нем другой звук становится, прям эхо какое-то. Когда ты переходишь дорогу на зебре, надо остановиться, посмотреть налево, потом направо, дойти до середины, опять посмотреть налево, потом направо, потом можно переходить. Эту тематическую площадку в парке организовали сотрудники ГАИ и управления по образованию. Сегодня последний день акции «Внимание, дети». В очередной раз напомнить ребятам, как вести себя вблизи дороги, на какой сигнал светофора переходить проезжую часть и как не угодить под колеса авто будет совсем не лишним. Профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского дорожного транспортного травматизма, пройдут в летних лагерях на протяжении всего летнего периода. Завтра у нас такая же акция планируется в конце июня, в начале июля. Завершение акции говорит лишь о том, что 6 июня в светлое время суток водители могут ездить в обычном режиме, без включенного ближнего света фар. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.